Я Леон ТВ. Сегодня мы будем проходить новый чемпионат. Вот он. Особое испытание. Здесь у нас волейбол. Волейбол. Волейбой. Все, пошли забивать. Идите отсюда. Они не поймайте. Как обычно играет в Лесочку синей команде. Как играет в волейбол, мальчики? Прибьем. Пау. Смотри. Мы победили. Ты катай. Мы победили. Слушай, начали, сразу победили. Хорошо. Только начали, сразу победили. О, там стул. А, у нас тоже стул. Хорошочно. Так, они к нам... А, он к нам летит. Блин. Это красная команда. Ну, все. Давай, отбиваем. Не подходи, у меня ульта. Кто летит к нему? Есть! Победили. Нам еще одно очко осталось. Мячик улетел. А нет, он к нам теперь летит. Аккуратно, я держу. Все, лети отсюда. И туда. Бежу. Отбили. Победа. Легкая победа. Ну, всего 4 попытки. Мы уже одну... У нас уже одной нет, потому что мы один раз уже проиграли. Так, всего 4. Да. Потому что мы уже одну прокупили. А, бежим. Отбежал. Так, сюда. Разнесу. Какая разница? Большая.
нас уже две попытки осталось. Кот в окне. Кот в окне. Мыши. Ему интересно, как мыши. Нам сюда не надо. Почти ничья была. Тут немного было бы ничья. Победа была и все. Мы проиграли. Но мы можем зайти на второй аккаунт. Это не настоящий Бравл? Как бы нет. Как бы это настоящий. У меня есть второй аккаунт. Что? Почти наш. Какой у тебя более прокачанный аккаунт? Первый или второй? Первый. Так, заберем здесь. И, короче, берем Шелю. Шелю. Опять. Какая разница, она сильная. Наш может разнести всех просто ультой и все. Все. Победили в первом раунде. Ну, не в первом раунде, а в первом бою. Нам надо всего второй выиграть, потом третий.
перейти к баскетболу. В баскетболе будет... Но я еще не в баскетболе. Я блогером останусь. Так что... Ты будешь блогером? Да. Так что, подписчики, я буду снимать, пока не погибну. Так что я буду снимать всегда. И сколько пока? И сколько пока? Пока. Нам надо 100 тысяч набрать. Подписчиков. И когда ты будешь получать деньги? Ну как? Ну да. Вообще можно получать деньги всегда. Миллион подписчиков. У кого? Миллион. Миллион. Ну и что? И то. Самый популярный блогер это у кого 100 миллионов. Сейчас. И, кстати, напишите в комментариях, у кого 100 миллионов подписчиков. Сейчас узнаем, кто знает такие ютуба. Просто каждый ютубер, каждый, кто не снимает, но смотрит ютуб, должен знать, кто у нас самый популярный. Я не знаю. Я знаю. Но я не скажу, что пусть подписчики в комментариях напишут. Да, есть, 1-1. 1-1. Я бегу его отбивать. Давайте. Есть! 2-1. Мы победили. Еще 50 монеточек. Нам осталось одну победу. Думаю, мы сейчас сделаем эту победу. Кстати, это не мой аккаунт. Мне его отдали. Мой друг. Нет. Зачем он тебе его отдал? Тот друг? Ну, просто он на нем уже не играет. Так, так все отбивать мяч себе. Так, надеюсь. Да, 1-1 счет. Они уже видели мое лицо. Только подписчики знают. Я не равняюсь на других. 1-0.
есть кого? У нас. Один ноль. Один ноль. Один ноль. Мы победили. Их. Три победы. Три победы. Теперь баскетбол. Я, наверное, возьму Гейла. Не смотри. Не, в следующем раунде, если мы еще победим, я возьму Шелю. Не, Шелля здесь. Здесь маленькая карта. Блин, 1-0. Тут 2-0. 2-0 пока. Пользуй. Нет. Будет 4-0 пользу них. Потому что здесь по 2 очка прибавляется за каждый забит. Ну, если очень близко, то 2. Если подальше, то может даже 3. Сразу. Мы должны победить. Так, выходите отсюда, подальше. От нашей. Ну куда там мы стоим? Не забил, хорошо. Блин, меня завалили. У меня ульта есть, я так что могу отогнать всех. Ушли. А, нет, ушли. Ушли от ночи, боже. Ушли. Тар-тарам. Я же славный. Ты просто всех от... Я же славный. Откидывай. Ну, конечно, 4 килограмма весит. А, мы проиграли. Однозначно. Да. Нам, если мы сейчас гол не забьем, то мы точно проиграли. Угу, все хорошо. Да, мы все проиграли. 12, 10, 9. Даже может он не забьет. 4, 3, 2, 1. Да, мы проиграли. Бой окончен. Надо было шельку брать. Да. Ну кто тебе мешал ее взять? Никто, я сначала Гейла подумал, потому что он всех отводит. Машинка как вблизи сильно, а здесь мало места. Не забей только. Только не забей. Так я возьму. Не пойду. Блин, попали. Блин, попали. И завалили. Аккаунта можно по одному только. Если сразу несколько, это уже другое. Так. Защищайте меня. Я человек. Они меня завалили. Джин, ворона и робот против них.
Джин, ворона. Джин, ворона и робот против нас. Джин, ворона и кто-то еще. Джин, ворона, робот. И что еще надо? Ничего, для счастья больше не надо. Кстати, 0-0. О, Нани, привет. Привет. Ворона, привет. Привет. Ну, мяч пока... Пока мы не проигрываем, мы не побеждаем. Сейчас может быть дополнительное время, так что я радуюсь. 8, 7, они забили. 5, 4, они забили. 2, они уже забили. 1, 0. По футболу у тебя очень плохо идет. Ни одной победы. Все. Так, поставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.